Каждый год проходит праздник, посвященный последнему звонку, но каждый раз он особенный. Для первоклашек он звучит в первый раз, для выпускников лицея – в последний. В этом году в теоретическом лицее имени Ивана Вазова, единственном в городе, выпускают 3 класса. Мы вместе с вами прожили долгую жизнь в этой ступени образования, лицейской. С 1 по 12 класс учебные заведения района Тараклия давали вам знания. Но успешное завершение будет в стенах нашего теоретического лицея имени Ивана Вазова. Я только на минуту себе представила, что 1 сентября вас здесь не будет, и мне, конечно, очень горестно от этого. Но в следующую минуту я подумала, что вы пойдете в большую, взрослую жизнь, и я уверена, что вы достойные люди. Мы с вами договорились, что мы на все 100% с первого раза сдаем наш экзамен на степень БАК. Это трудное испытание, к которому вы все готовы. Уверенность в готовности учеников сдать экзамены с первого раза не беспочвенна. Судя по количеству грамот, дипломов, благодарностей и кубков, в этом году выпуск один из лучших, перешептываются учителя. Достижения и высокие результаты на районных и республиканских олимпиадах, конкурсах, спартакиадах. Награждение заняло немало времени. Но кроме экзаменов, выпускники готовились и к сегодняшнему дню. Кому-то тоже предстоит скоро оказаться на их месте. Мы хотим пожелать вам, будьте проще, друзья, и лицей свой любите, без учебы нельзя. В жизни будет непросто, трудно будет всегда, ну а мы будем помнить свой лицей те года. Жизнь прикольная, беспризорная и задорная. Только не у нас. Жизнь лицейская, как армейская, ежедневная и проблемная. Знаете, я смотрю на эти счастливые лица выпускников сегодня и понимаю, что я буду не менее счастлив ровно через год. Я очень жду этого времени, надеюсь, хотелось бы как-то ускорить это время, но впереди лето, оно будет веселым, интересным не только для выпускников, которые закончили школу, но и для нас, для всех тех, кому это еще предстоит. И мне остается только поздравить всех выпускников, наконец-то они ушли отсюда. Не то чтобы здесь очень плохо, но они все этого ждали, и их мечта сбылась. Мечта поскорее повзрослеть и стать самостоятельным сбывается, и вместе с тем приходит ответственность за принимаемые решения в своей дальнейшей жизни. А чувства в такие моменты пока еще не совсем осознанные. Переполняет и радость, и печаль, потому что помнишь, как все начиналось, и сейчас на глазах просто слезы от того, что ты прошла этот путь с 3 лет. Правда, пока я не знаю, что тебя ждет, и знаю, что действительно делаешь какой-то главный шаг в своей жизни. Ты уже определилась со своими дальнейшими планами? Есть пару мыслей насчет будущей профессии, но пока точно ничего не решила. Никуда, никакая именно профессия, никакой путь я хочу пройти, но думаю, после БАКа уже определюсь точно. Буря эмоций просто переполняет, мне кажется, как и всех из моего класса, и всех ребят вообще, кто в 12 или 9 у нас смешанные чувства и радость, и печаль. Ну, печаль такая приятная. Казалось бы, мы уходим, но мы пойдем дальше по жизни, будем развиваться. Что дальше? Определился, что будешь делать? Куда поедешь? Или останешься здесь учиться? Ну, определился я еще давно, класса с 8-го, наверное, 9-го, что хочу учиться в Болгарии на технической профессии, что-то связанное с конструированием или творческая профессия, создавать что-то новое, просто в области механики. При этом я собираюсь вернуться и поднимать город. Вернутся ребята или нет – вопрос времени. Сейчас же они прощаются с родной школой. Немного грустные и счастливые.
я пытаюсь угомо. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene, hago música que entretiene. No quieren, no quieren, me quieren, ni toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene, hago música que entretiene. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así. Немного грустно и тревожно на этом празднике было родителям выпускников и их классным руководителям, которые на протяжении последних 3 лет стали для них настоящими друзьями. Естественно, что каждый выпуск становится для каждого классного руководителя становится родным. И, хотя я их не веду с самого начала как классный руководитель, но я у них была как учитель-предметник. Но еще до того, как я стала классным руководителем, у нас были очень хорошие дружеские отношения. И когда они подошли и сами выступили с предложением, чтобы я стала классным руководителем, мне очень было приятно. Сейчас, естественно, меня распирают различные чувства. С одной стороны, мне радостно, что они заканчивают школу. Они сами, слышите, очень радуются этому. Но с другой стороны, грустно, конечно, потому что 1 сентября мне их будет очень не хватать. А еще один повод для меня грустный, потому что в этом классе учится мой собственный ребенок, который улетит из нашего гнезда скоро, через несколько месяцев. Поэтому для меня это особо волнительный праздник. Буря противоречивых эмоций, сияющие лица, цветы, воздушные шары и поиск подходящего ракурса для фотографий с классными руководителями, учителями, одноклассниками и друзьями на память. Традиционный последний звонок не только закрыл торжественную линейку, но и оповестил о начале последнего урока.